всех приветствую. Это третья часть про вольер. Значит, видите, собака у нас в вольере. Хаски. Глория, привет. Красавица вот такая. Здесь будет. Значит, вольер полностью уже готов. Видите, сварен. Крыша уже есть. Вольер сзади обшит, как я и говорил, досками. Здесь также USB обшитый. Крыша полностью из шифера. Сзади располагается будка. Глория хочет на прогулку. Кстати, ставьте лайки, кто хочет видео такие с Глорией, чтобы я вам снял. Значит, видите, вот такая будка огромная. Будка находится за вольером. Это позволяет собаке гулять в вольере, у нее больше места при этом. И вот такое вот тоже на креплениях, на камнях, на брусьях будка держится. Как я и говорил, в вольере, видите, вырезан отдельный вход, где сама будка находится. Пол у нас полностью деревянный. Очень крепкий. Будем, может, мастика его обрабатывать. Еще, чтобы он так не гнил. Здесь два замка, видите, сделано. На двух вот таких защелочках, чтобы собака не смогла открыть. Ручка также приварена. Ну и уже весной этот вольер полностью покрасится в какой-то цвет, чтобы не ржавели вот эти вот уголки. Идея, как вы видите, классная. Вольер огромный. И собаке есть где погулять. Ну, такая вот идея. Это была третья часть постройки вольера. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Аглории. Обязательно лайк. Всем пока.